Всем привет! Сегодня будем с вами готовить блины. Забежала, купила молоко. Немножко свет будет, девчонки, не такой, как всегда, поскольку сейчас нет света. Но это нам не мешает сегодня приготовить блины. Классный рецепт, бюджетный, 3 яйца и также кипяток. Давайте готовить. Приступаем готовить. Более-менее так свет сделала. Такой, если вы видели, какая конструкция, это вообще уникальная. Ну, как-то так, девчонки, в наших реалиях. 3 яйца берем, комнатная температура этих яиц. Такие нейтральные буду делать, не сильно сладкие. То есть, если вам надо, вы можете их чуть слаже сделать. Я просто люблю очень с медом. Кто со мной, знают мои зрители. Чайная ложка соли. Ну, вот так беру в столовые ложки. Вот столько сюда. Сахар. Где-то 1,5 столовые ложки, не больше. Люблю блинчики, готовлю их в разных вариациях, и на кефире, и с содой, разные, в общем-то, блинчиком все забьем. Получаются без комочков, девчонки, эти блинчики, вообще просто изумительные. Все вот это перемешаем сейчас. И подготовьте 250 грамм муки и поставьте чайник, понадобится кипяток нам. Немножко это все смешали. Необходимо добавить молоко. Не все молоко. 500 мл молока понадобится. Тоже теплое. Ну, как теплое. Комнатной температуры. Так, выливаем сюда. Буквально половину. Перемешаем все. И теперь будем вводить муку. Порционно. 250 грамм муки. Сначала половину. Хорошенечко все вмешиваем. Пишите, с чем любите блинчики, какую начинку готовите. С начинкой, конечно, занимает очень много времени готовить. Я люблю, знаете, так, если захотелось блинов, надо сразу готовить. А там уже и творог, если есть в холодильнике, то какая-то начинка уже будет. Грибы, грибные, то есть можно мясные, фарш. Ну, это, конечно же, дольше готовить. А так, если захотелось... Есть мед, чай, сладкие, допустим. Ну, кто что любит. Это все на любителя, так скажем, девчонки. Видите, загустевает масса. Это все так нам и необходимо. Чуть-чуть загустело. Мы сюда опять немножечко молока. Таким аккуратно, чтобы молоко у вас не вылилось. Таким способом мне нравится сразу вводить муку. Они тогда получаются без комочков. Сейчас мы еще добавим кипяток. Поставьте чайник. Видите, остальную муку сюда. Все, перемешиваем. Пишите ваши проверенные блины. У меня даже, по-моему, есть... Мы с вами готовили блины на воде. Ну, конечно, это обычные блинчики, когда ничего нет. Особо так, знаете. Разные случаи бывают. То можно приготовить и на воде. Оставшееся молоко. Выливаем, вмешиваем аккуратненько все, чтобы не выливалось. Видите уже, какая у нас консистенция, то есть уже тут комочков нет. 150 мл кипятка, девчонки, наливаем. И сюда порционно подливаем и помешиваем, и помешиваем. Вот так, в три этапа. Не сразу, все сюда вводим. Все. Такое идеальное тесто у нас получается. Конечно же, еще должно постоять. Сейчас последний с вами ингредиент. Добавим это подсолнечное масло. 3 столовые ложки будет достаточно. Так, где у нас ложка? Вот. Так. Раз, два. Все, постоит 5 минут 10. И будем все обжаривать. Эти блинчики с двух сторон, все как всегда. Сейчас немножко у нас тесто еще разойдется, так скажем. Вот такое, смотрите, без комочков тесто. Ну, смотрите, идеальное, девчонки. А готовится как быстро. Все смешали и все.
Все, оставляем его, пусть постоит, и будем с вами пережаривать. Сейчас сковородку буду ставить на огонь. Прошло буквально минут 15, девчонки. Смотрите, какое тесто. Немножко загустело. Уже не такое редкое. Все, разогрела сковородку, и сейчас будем жарить. Пережариваем потом хорошо. Разогреваем сковородку блинную и пережариваем все блинчики. У меня уже сковородка, конечно, такая. Видите, страшненькая, но она, тем не менее, нормально жарит блинчики. Все, все блинчики готовим, девчонки. С двух сторон обжариваем. Получаются тоненькие, вообще обалденные блинчики. Быстро, просто и скоро. И все, с двух сторон обжариваем. Они хорошо отстают, вы видите. И все, получается вот такие вот красивенькие, желтенькие. Все, девчонки, все пережариваем. И будем с вами пробовать с медом и с чаем. Все готово, все пережарила. Уже некоторые попробовали. Где-то 3 штучки тоже точно попробовали. Вот так выглядит. Смотрите, какие тоненькие. Хотела сказать, если вы любите сливочным маслом их смазывать, смазывайте. Я такое не приветствую. Смотрите, какие тоненькие, девчонки. Вам видно? Вот, тончайшие. Просто, девчонки, они такие нежные. Просто превосходные. Тончайшие. Вы видите, какие? Вообще. Тонюсенькие. Рецепт вам в копилочку. Приготовили и можете чем-то какие-то начинки сделать. А нет, чай, мед и приятного. Сметанка, как вариант. Все, девчонки. Извиняйте сразу за такое светосопровождение, так скажем, себя не показываю, поскольку вообще не хватает света. Все, всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием, кушайте с удовольствием. Всем пока!